Девятый международный театральный чеховский фестиваль завершается посвящением не Чехову, но всем гениям в истории человечества. Начо Дуато представляет на сцене Большого театра балет на музыку Баха «Многогранность формы тишины и пустоты». В 2000 году эта работа принесла ему балетного Оскара, приз «Бенуа де ля Данс». В коридорах Большого трехметровые кофры, таблички на испанском указателе. Начо Дуато репетирует с танцовщиками, обсуждает вопросы с ассистентами, дает интервью. От натиска журналистов спасается в гримерке. В этом спектакле Начо не только поставил хореографию, но и приложил руку к костюмам и декорациям. Я не позволяю что-то делать без меня. Вся конструкция спектакля в моей голове, не только танец. Декорация в Бахе, например, нотная партитура, а танцующие люди – это ноты. Больше 10 лет назад Дуато получил заказ на постановку от города Веймар. Там в свое время жил Иоганн Бах. Поэтому хореограф решил сделать посвящение композитору. Для двухчасового спектакля Дуато выбрал фрагменты 22 произведений. Танцовщики здесь превращаются в оркестр, их тела становятся то клавесином, то виолончелью. Сыграть такую музыку не каждый виртуоз решится. Я выбирал такую музыку, под которую можно танцевать, и Бах не рассердился бы. У Баха много музыки, которую вообще нельзя трогать. Кантаты, мессы, до которых нельзя дотрагиваться танцем. Здесь четкая синхронизация не только в танце. Движения монтировщиков также точны. Декорации управляют вручную. Работают по команде режиссера. 6 человек выполняют эту работу. Конструкция трехъярусная. Постоянно находится в движении. Ее надо собирать как лего. Кубинец Соахея Отман в труппе 10 лет. И каждый раз Бах как проверка на прочность и выносливость. Такое с холодным носом не станцуешь. Помогает темперамент. Обычно я спокоен, но когда надо рвать жилы, я рву. Обычно танцуешь самого себя. Мой холерический темперамент дает напряженность. Ту ноту, которая главная в таком спектакле. Аргентинец Франсиско Лоренцо таких марафонов не боится. Каждую ноту здесь знает наизусть. К тому же это не чеховский бесконечный сад с его мрачными тонами. В Чехове надо было рассказать историю, а здесь все связано с музыкой. И про личную жизнь Баха речь не идет. За кулисами группа поддержки. Рядом со Стефани Далфанг муж и сын. Тео Эммануэлю всего 8 месяцев, но он бывалый путешественник. Уже был на гастролях в США и Канаде. Теперь в Москве приобщается к Баху. Трудно все совместить. Время ребенку уделить, и кормить грудью надо, и танцевать, и про мужа не забыть. Начо не танцует уже 12 лет, но только не в Бахе. Это один из двух спектаклей, которые он оставил за собой. На сцене он в прологе и в финальной фуге. Для Дуато это такой ритуал, это как начать и поставить финальную точку. Я как хореограф выхожу и прошу у Баха разрешения своими грязными руками залезть в его гениальное творчество. Он мне говорит «да». Я делаю хореографию, ставлю балет, а в конце выхожу, чтобы сказать «до свидания» и «спасибо» за то, что он сделал. Скоро труппа национального испанского балета тоже скажет спасибо Начо Дуато, который руководил ею 20 лет. Контракт с ним не продлен. Но до 2011 года Дуато еще удивит своей многогранностью. Елена Ворошилова, Денис Крысенков, служба информации телеканала «Культура».